Нахожусь я в городе Ринцано, Италия. Это находится на западе Италии и, по-моему, Лигурийское море. Море очень соленое. Город этот курортный. В самом городе проживает около 10 тысяч человек. Многие приезжают сюда просто отдыхать. Много итальянцев приезжают из других городов. Жилье здесь стоит в районе 80 евро. А в данное время, вчера был праздник, у них прощание с летом. Такой довольно крупный был праздник, был салют шикарный. И жилье доходило стоимость около 150 евро за одни сутки. Вот так получилось, что я уже двое суток здесь отдыхаю. Интересно, сколько стоит двое суток курорта в Италии, в курортном городе, без жилья. Но жилье, в принципе, мне не надо особо здесь. Я ночевал сегодня на пляже, в спальнике. Было очень комфортно, под звук прибоя. Шикарное место, мне понравилось. Я бы сюда приехал просто отдохнуть. Потому что море хорошее, прозрачная вода. Ну и город довольно уютный.